Леонарду Юновичу нравятся бабочки. Она находится далеко от меня. Возможно, она улетит. Но попробуем. Улетела. Ну ладно. Самое интересное, что их две. Но как к ним подойти, чтобы они меня не испугались? Боже мой, это у них любовь. Бабочка явно что-то хочет мне показать. Она постоянно чухает. О! Сейчас мы ее приблизим. По всей видимости, это бабочка-крапивница. За ней целую минуту наблюдаю. Клеит свои крылышки. Показывать красоту свою. Ну ладно. А может, у нее крылья это солнечные батареи?